Глава города Иваново осмотрел швейное производство фабрики «Ланселот». Это одно из немногих предприятий областного центра, качество продукции которого славится далеко за пределами нашего региона. Специализация компании – изготовление мужской деловой одежды. На фабрике одновременно находится в закройке 6 тысяч костюмов. В этом цехе изготавливают брюки. Одну вещь шьют час. Раскройка и пошив пиджака занимает больше – около 2,5 часов. Сэкономить время помогает современное оборудование и высококвалифицированные специалисты. На этом предприятии сегодня работает более 600 человек. Значит, ему вот сегодня по зарплатам говорили. Конечно, может быть, зарплата в 20 тысяч сегодня еще не самая большая, да? Но и, конечно, проблемы есть с кадрами. Но то, что сегодня люди здесь работают в очень хороших условиях, да, и у них есть все льготы социальные, это тоже показатель стабильности. Фабрика также занимается изготовлением школьной формы. Опыт работы в этой сфере 8 лет. Изначально здесь шили только одежду для мальчиков, но теперь одеться с иголочки могут и девочки. Правда, год от года клиенты становятся все требовательнее. Если раньше люди приходили в магазин и покупали то, что есть в наличии, то теперь предприятие в основном работает на заказ. Несколько лет работаем со школами, именно презентуя продукцию. Классы выбирают, записываем артикулы, и они приходят, своих детей одевают. Поскольку у нас очень большие производственные возможности, мы можем себе позволить шить коллекцию в разных размерах, в разных ростах, в разных полнотах, потому что школьная форма очень проблемная. Детки есть полные, есть нестандартных, очень много. Ассортимент обновляется регулярно, стоять на месте не позволяют конкуренты. И мировая, и российская индустрия моды диктует свои требования. Чтобы отвечать вызовам времени, каждый сезон дизайнеры разрабатывают как минимум две новых коллекции. Любовь Почерникова, Андрей Семволков, РТВ Иваново.